это часть вторая. Вам понадобится также сосочка. У меня вот такая сосочка. Это тоже видео. Ну, в этот же день я снимаю, просто батарея села. И я вот сосочка у меня, вот такая сосочка милая, с жирафом, вот с такой заклепкой. Вот. Дальше у меня есть вот такая подушечка. И где будет спать ваш реборн? У меня это вот такая люлька. Дальше полотенчико. Теплое вот полотенчико. На этом уже все. Всем пока. Оставайтесь счастливыми. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Знаете, я вас люблю. Всем пока-пока.